Боль ребенка. Что может быть страшнее, друзья? А искалеченный ребенок. Как это пережить? И ведь мы на это просто смотрим. А что чувствует в это время малыш? Страх, ужас, отчаяние. И он ищет защиты. Плачет, мечется, скулит. Ищет нашей с вами защиты. Ребята, это просто ребенок. Лохматый, крошечный ребенок. Сколько людей прошло мимо. Кто-то тварь, что ударила ребенка. И только один наклонился, достал из сугроба и отнес в клинику. Да, человек не смог его взять. Но он поднял ребенка и дал ему шанс выжить. Я искренне благодарю этого мужчину. Всем сердцем, всей душой. Благослови Бог его и его семью. Спасибо за доброту. А дальше, друзья, дальше Зарик, которого так обозначили, когда принимали. Дальше ребенок превратился в Нельсона и стал членом нашей огромной семьи. Еще одной лохматой душой. Ребенка необходимо было сразу оперировать, чтобы не пошло воспаление, чтобы убрать боль, чтобы защитить его. И еще, чтобы он побыстрее забыл о том, что эта боль была, потому что дети быстро забывают, а прощают еще быстрее. Перед вами, друзья, крошечный Нельсон. Мы не знаем, как ребенок попал в этот сугроб, но нехорошие руки его туда бросили. Нехорошее сердце, не человек. Друзья, к вам обращается лохматая душа от имени нашего нового подобранного ребенка. Все, кто готов и кто хочет, и всем сердцем сочувствует. Друзья, я прошу вас, давайте отзовемся все сразу. Потому что у нас не только малыш Нельсон, у нас кошечка наша, которую облили кислотой, хотя мы думали, что это рак. К счастью, рак не подтвердился. Ребенку полморды сожгли кислотой. Сейчас идет бешеная борьба между добром и злом. Посмотрите, что творится. Мы все возмущаемся, мы все с отчаянием, с недоумением смотрим по сторонам, потому что то, что творится вокруг нас, ребята, это страшно. Когда наступит переломный момент, мы не знаем. Но главное, чтобы он наступил в ваших душах. Потому что доброта, она собирается по каплям. Сегодня вы помогли малышу. Завтра кто-то поможет вам. И лавина этого добра, я надеюсь, все-таки омоет нашу страну. И надеюсь, друзья, что вы останетесь с нами. Перед вами сейчас Нельсон. Добра вам, люди. Счастья, благополучия и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо вам, люди.